Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал представляют уникальный командный турнир с участием всех звезд российского фигурного катания, который пройдет с 5 по 7 февраля в Москве в Дворце спорта «Мегасп». Одиночное катание, женщины, Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова. Расписание. Пятница, 5 февраля. Официальные тренировки, жеребьевка, прыжковый фестиваль. Суббота, 6 февраля. Командный турнир. Короткая программа. Воскресенье, 7 февраля. Командный турнир. Произвольная программа.